Медитация – активация жизненной силы. В этой практике мы делаем задержки. Сначала мы делаем вдохи, задержки на вдохе, выдохи, задержки на выдохе. Можно начать с комфортного для себя времени. Я предлагаю сейчас в этой практике сделать длину дыхания и задержки по 10 секунд. Важно, чтобы длина вдоха, выдоха, задержки были равны. 10 секунд вдох, 10 секунд задержка дыхания, 10 секунд выдох, 10 секунд задержка дыхания на выдохе. Итак, спина прямая, закрываем глаза, погружаем внимание вовнутрь. Выравниваем дыхание. И опускаем наше внимание в живот. И мы делаем легкий довыдох и начинаем наш вдох. Вдох, дыхание уджая. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задержка дыхания на вдохе. Не опускаем грудную клетку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задержка дыхания заканчивается здесь. Делаем выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Задержка дыхания на выдохе. Мы поджимаем живот, толкаем его к позвоночнику. 10 секунд задержка. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, мы с вами делаем 3 цикла. Еще раз. Когда мы делаем задержку дыхания на выдохе, мы сделали задержку. Сначала мы расслабляем, отпускаем живот, и только после этого мы делаем снова вдох. Мы сделали вдох. Здесь мы не опускаем грудную клетку. Чуть-чуть подбородок на себя на задержке дыхания. Отпустили задержку на выдохе, расслабили живот и снова вдох. На вдохе подтягиваем анус, промежность, вытягиваем позвоночник вверх. Задержка, грудную клетку не опускаем здесь. И выдох. Сначала отпустили живот и расслабили. Отпустили напряжение. В этой практике постепенно можно увеличивать длину вдоха-выдоха и длину задержки.
Еще раз напомню, важно, чтобы цикл вдоха, выдоха, задержки был одинаковый по времени. Благодарю за практику.